Приветствую смотрящих, всем здорово. Сегодня видосик будет о топовом фарме, как по мне. В принципе, фармить я уже заканчиваю. Бесконечного зяба осталось порядка одного дня. В общем, три дня вообще плотного фарма. В конце скажу примерные цифры, сколько я сделал заходов, сколько лутается захода. Сейчас напомню вам о том, что залететь на сервер еще не поздно. Постепенно прошлые ребятки, которые с нами играли на серверах, которые не успели влететь, уже дозалетают. Постепенно. Серверу всего лишь 2 недели. Старт тут очень легкий. Прокачка максимально легкая. Фарм начинается с первого, либо уже там второго, третьего дня. Все зависит от вашего желания. В цене абсолютно все данжи, кроме иксов. То есть, на удивление, Иний, Луна, Нирвана, Гуй, ГБП, все данжи в цене. Играть можно, в принципе, и в одно окно. Как вы видите, сейчас я магом фармлю соло Нирвану. Но, ребята, будьте добры закинуть денежку, если вы такие цацки и не хотите играть в одно, многооконность. Потому что не раз я слышу: вот, я из принципа не хочу качать окна, вот мне лень качать много окон. Вот, пожалуйста, закидывайте бабки, делайте себе любого персонажа одетого и фармите соло любой данж. Но к этому ко всему мы пришли в пот в 6 окон и так далее. Что хочу еще добавить. Рефералочка для старта у нас будет в описании к ролику, либо же в закрепленном комментарии. Также скоро у нас будет розыгрыш телеги на голду. Видос, не знаю, вообще на самом деле как-то тяжело записывать. Сейчас, чтобы вы понимали, ну, сейчас уже скоро подойдем к цифрам. Около 16 часов ежедневного фарма. Получается где-то с 10 до часа 3-4 ночи. Ну, где-то вот от 12 до 16 часов непрерывного фарма. Именно непрерывного. У меня для вас, в принципе, не знаю, еще не удалил. 12 часов Нирваны записал для вас. Вот, но не знаю, смысл это выпускать. Просто какой-то вот один из фрагментов вам показываю по фарму Нирваны. Профитнее намного, чем Гуй. И на самом деле, я думал, будет намного тяжелее как-то, муторнее это все фармить. Но 3 минуты, 3,5 где-то заход. Хотя не чуть обманул вас. 3,5-4 минуты у меня заход. Вот. Изначально без РЦГД и статника было 5 минут. Сейчас под 4 минуты, плюс-минус. Вот. С бесконечным зябом на самом деле фармить куда профитнее. Эти 3 дня надо использовать максимально с пользой. Одного захода у меня выходит около, ну, 8-8,5 миллионов. Около того, возьмем в среднем. Сделал я, наверное, уже на данный момент, на выход этого ролика, около 180 заходов, может быть уже близко к 200 заходам. Вот. Плюс ко всему мне еще помогает Вали подфармливать ночью, когда я сплю, также подфармливает, вот, потому что зябщики, как говорится, нужно сейвить. Вот, что еще хочется, вообще даже очередь на персонажа образовалась в клане, но, увы, я нон-стоп сижу фармлю, то есть каждый хочет пофармить таким магом сейчас, еще и с бесконечным зябом, но надо свое отфармить. Сейчас у нас около 2 миллиардов в комке, то есть вчера был лярд, мы сделали РЦГД. Сегодня около 2 миллиардов. То есть, как я вам сказал, все данжи сейчас в цене. Восприки, чудики очень хорошо скупаются. В целом, не знаю, за день, ну, даже не знаю, вот у меня когда 1000 чудиков копится, сразу иду их и продаю. Что по планам, в принципе, на ближайшие бусты? Это накидочка, это северные колечки, это цитатник, чуть-чуть апнутые камни и, может быть, еще сверху лагеря. Напомню то, что арена Аврора 1x1 у нас буквально через недели 2. Вот. К ней нужно подготовиться. Чар у нас вроде бы неплохой, но в
вставать в АФК никак нельзя, потому что ребятки догоняют, РЦГДшек на сервере уже плюс-минус нормально. То есть не один я тут типа жестко фармлю, имею какой-то шмот и так далее. Вот. В принципе, что еще вам рассказать? На этой неделе у нас будет боевой ГВГ. Кто еще, ребят, хочет залететь, еще не поздно. Клан бонус тоже можете получить. Вступайте к нам, проявляйте актив. Нам нужны очень танки, вары, присты, друиды, мистики. Ну и в принципе как такового все, не знаю, можно было бы много чего рассказать, но сами понимаете, по 16 часов фарма вообще в принципе видео, это мне далось нелегко, это все найти время, во-первых, записать какие-то свои мысли, то да, знаете, так в полумрачном каком-то состоянии. Вот, но в принципе full фарм подойдет к концу к понедельнику. Понедельника, то есть сейчас вот суббота еще вся ночь, воскресенье еще весь день и воскресенье еще вся ночь, да, то есть уже ночь понедельника это будет, и на утро зябчик кончится, как и кончатся эти муки в нирване, потому что по 10-16 часов нирваны, конечно, у меня такого еще не было на самом деле, было у меня там по 6, по 8 часов, но по 10-16 еще такого не было. Так что, ребятки, как-то так, не знаю. Ставьте лайки, что следите за контентом. Встретимся с вами на стриме, я думаю, в понедельник. В воскресенье, наверное, даже возьмем отдых. Вот, посмотрим. Все, давай, давайте увидимся. Всех обнял, пока.